Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня хочу вам показать изоляцию зуба номер 34 при помощи платка Sanctuary Medium и одного клампа номер 211, расположенного на шейке зуба, тяжелейший клиновидный дефект с огромной стираемостью. Ну и плюс при этом частичная вторичная адентия, есть большие промежутки между проксимальными поверхностями контактных пунктов. Поэтому мы решили изготовить только одну перфорацию для того, чтобы в таком случае изолировать этот зуб. Это достаточно хорошо, эффективно работает, быстро производится такая изоляция и легко работать. Используйте, это удобно.